Дорогие мои зрители, это я. Так, сейчас я буду тут фурычить немножко, короче говоря, своей теркой на мелкой терке, чтобы ногти мне не стереть. Сабрина мне потерла чесночок, помогла. Максат, но... не подходи, не надо, не морай ручки чесночком. Оно острое, не надо нам. Мама сама справится. Пожалуйста. Она острая, я тебе объясняю. Вчера поставили Монту в садике. Короче, что вы думаете? Спасибо. Я весь вечер вчера бегала, чтобы он у меня не булькался, не мочил. Вот всегда, когда я начинаю снимать, мы начинаем это все трясти, долбанный этот сарай. И значит, что вы думаете? Мы это пережили. Сегодня я мелкого забираю. Мне говорят, он всю ее исчесал, зараза. Уже с этим, с рукавчиком одеваешь кофточку ему. В садике с рукавчиком. Все равно мы чешем и начесываем. Блин, зараза. Пузо, видите, большое, не помещается в промежутке здесь. Вот. Бандурина. Будем пересдавать. Мы всегда пересдаем. Туда потом надо съездить, в этот надо съездить. Он замеряет линейкой отдельно. Я говорю, да начесали. Спросите в садик, позвоните. Надо просто, говорю, сидеть дома. Вот эти 3 дня, когда прививка. За маленькими, чтобы смотреть. Не чесали, не мочили. Ядрит колотить, а! Так я даже не успеваю. Ну подожди, я свои дела сделаю. Руки вымою и налью. О! О, чудики! Господи ты, боже мой! Пришел у садика, схватил в холодильнике колбасу и грыз колбасу. Ты что, в садике-то не ел, что ли? Чудик мой. Беляшек. Про ту-то я уже не спрашиваю. Там все уже ясно давно. О, кверху жопой. Можно я с людьми пообщаюсь? Я не кушал в садике. Не кушал? А почему ты не кушал в садике? А? Не кушал. Ну а почему ты не ел в садике? Объясни мне. А я гулял. Гулял? Да. А есть не ел? Нет? Ну, странно. Всех покормили, Максуда нет, видать. Странно. Они меня... Я говорю, я сегодня... Это день сегодня. Это денище целое. Денище. Денечек. Забрала Зарину первую, как полагается. И это ее куртка. Забрала я ее, бедную девку. Она... Не посмотрела на курточку, она... таким же цветом она... взяла? Она курточку этим же цветом взяла, и мы пошли туда, за ним. Я за ним уже сходила. Говорю, сандалии-то бери, тапки свои. Он взял свой один галош и чужой кроссовок. Мы пошли вниз одеваться. Забери, пожалуйста, его. Мы пошли одеваться. И что вы думаете? Я смотрю, сандалии-то не наши. Пошли менять сандалии. А там уже одевались и тоже сандалии потеряли. Ну, тоже не пара, короче, попалась. Да Зарину-то смотрю, та у меня стоит в другой курточке. Мы обратно пошли туда менять, пока там не схватились. Ядрен ты батон, а! Пипец! Поменяли они обе голубые, та только чуть поменьше, а это побольше. Я говорю, у меня Зарина покрупнее маленькая. Там такие вот тоже девчонки маленькие еще есть. Чуть-чуть повыше. Идет реверс, курточку, говорит, не ту одела. Я говорю, ты куда смотрела-то? Я-то ладно, говорю, старая, уже ничего не вижу. Ну, пожалуйста, нож соберешь. А ты-то, говорю, молодая еще. Это я делаю свеклу с чесноком. Думаю, пожрать что-то. Гречи наварила. Она у меня подгорела, короче говоря, потому что у меня бабушка приходила. Надо было с бабушкой общаться. Я забыла про все на свете. У меня греча сгорела нафиг, к чертовой матери. На крупной я делаю. Мне нравится на крупной терке. А чеснок мне нравится на мелкой терке, на такой же. Не на совсем вот это рубленое, вот это корявое, а вот на такой.
мелкой. Мне нравится. Там стук-стук, ядрём батон. Сейчас мы как это зимой я всегда делала вот такую. У меня тазиками вот тогда закуска стояла. С супом, со вторым, на хлеб прямо херачишь. И вообще ништяк. Ништяк. Раньше, говорю, свеклу, как, сколько свеклу мы растили, это ужас. Я борщи столько закатывала на зиму. Кого? Вот. У тебя сопли потекли, что ли? Нет. Нет? Подожди, пожалуйста. Сабринка, наливай сама ему. Он сейчас ее всю разольет, и меня не дождется, пока я это сделаю. Соку. В кружку ему налей, пожалуйста. Я говорю, подожди. Потому что они всегда так. Когда что-то я начинаю делать, они начинают прыгать около стола. Это всегда так. Есть, сядешь, все. Мы тут, как голодаи. Ага. Хотя сытые только пожрали. Сажу вместе. Садись, говорю, ешь со мной вкуснее. Зачем ты ему дала из бутылки? Он даже подавился, бедный парень. А ты пей-то аккуратнее. Она холодная. Сейчас соплей еще больше будет. Будем в садике дома сидеть нафиг. Я и так за 2 дня отдохнуть не успела. Ничего еще не делала. Не прибиралась и ничего. У меня кризис. Я кризисная. Мне поросятов надо идти почистить. То надо сделать, это надо. Я устала, у меня спина болит. У меня спина болит и не проходит, зараза. Ядрём батон. Помочь некому. Все потому что лентяи. Я не буду мелких вам просить. Помогите мне. Вон вперед свои игрушки складывать. И с песней. А это-то ж я должна. Я тебе говорила. Ты издеваешься? Это чеснок со свеклой. Я первый раз увидела в магазине свеклу вареную, что продавали. Честно. Ни разу не видела. Проваренная такая хорошая свеклка. Взяла на пробу. Двери закрывай. Холодно. И так в кофту ему надела. Вот. Кто-то делает прям как это, паштет такой вот. На, говорю, на мелко-мелко тек. Не люблю я так. Опять кабус увязался. Да я в шоке. Пойдем вот эту там попробовать. И дрененько. Мне кто-то там тот раз написал тоже вот это, про хреновину. Что сделали с другим перцем, с черным, без хрена. Из Германии, по-моему, девушка. Вот. Что вы сказали, много чеснока-то я ложу, да? Нет, нормально. Я люблю вот такой вот прям чеснок. Я люблю чеснок вообще, балдею чеснока. Я от лука так не это, а чесноком люблю. Все с чесноком люблю. Ну что, пора, наверное, и поесть. Иди я тебе вот эту штучку дам попробовать вкусную. Этот сок, наверное, тоже сюда вылить? Она сочная будет. Она и так вон сколько-то... Мы... Не надо это. Мы в отходы это выльем. На, пробуй. Не капни. Она не отстирается, свекла. Развешала белье? Угу. Молодец. Ну, пробуем. На хлеб мажем. Сверху селедку можно положить. Если есть. Бутик. Очень тоже будет вкусно. Ну, как? Вкусно. Без хлеба, правда. У меня руки грязные. Дай-ка мне тоже. Мне целое не надо, я прям вот чуть-чуть отломлю. Я сейчас гречу буду кушать, садиться и с гречи это наверну. Вкуснятина это. Морковку тоже, кстати, так делают. Вареная морковь, чеснок и майонез. Тоже так же с майонезом. Только морковка. Мне морковка не особо нравится. Свекла вкуснее.
Есть ее скумбуша? А, у меня же есть ее, а нету. У меня скумбрия. Угу. Это очень вкусно. Свинина. Ешьте на здоровье. Приятного аппетита. Знаете, как балдежно вообще? И с курицей вот. Ну, с селедкой лучше. С селедкой. С селедкой это прям до отпада было бы. Улет. Шла руки мыть. Всем счастья, здоровья. И маленько добрее должны вы уже начинать быть.